захочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды! Ребята, всем привет! Ну что ж, сегодня у нас крутейшее испытание Учитель Сплинтер Мастер Сенсей. Это испытание Эксперт, ребята. Давайте посмотрим, поборемся против Сенсея. Кто с нами будет бороться против него? Давай-ка сейчас и посмотрим, сколько у нас эпизодов. Всего будет 6. Ага, 6 эпизодов, и наверняка в конце платиновый Супер Сплинтер, ребята. Вы знаете, что победить его очень сложно. И наверняка мы играем только черепашками. Давай посмотрим. Да! Вот, смотри, здесь есть Эйприл Кунаичи, как минимум, и еще наверняка обычная Эйприл должна быть. Да, а, да, нет, да, да, нет. Вот, подожди, об... а где обычная Эйприл? Обычная Эйприл здесь нет, к сожалению, есть только Эйприл Кунаичи. И Железноголовый, ребята, вписался. Да. То есть я не знаю, почему их добавили, удивительный, да, выбор. Очень удивительно, ребята, но тем не менее они у нас все прокачанные, все сотого уровня. А если вы хотите, ребята, прокачать свой аккаунт, получить кучу баксов, мутагена, сотый уровень аккаунта любого персонажа, пишите нашему подписчику, ссылочка на него в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет прокачать аккаунт, и вы будете наслаждаться своей игрой. Ну что ж, я решил взять Майки и Леонардо из космоса, и давай посмотрим, 40 уровня уже сенсей, так что, возможно, он сможет оказать нам сопротивление. Сможет, не сможет, непонятно, ребята, но вот супер его способность, которая активирует все практически бафы, которые существуют, это, конечно, очень большая беда. Как только он активирует, у нас очень маленький шанс победить, но это придает, ребята, интерес к этой битве, да? Да, конечно, слушайте, так что я предлагаю взять Донни из космоса и Донни из мультика, вот так вот вдвоем они пойдут против сенсея 50 уровня. Давайте, ребята, посмотрим, как они справятся с сенсеем 50-го, и поехали в бой. Итак, сенсей уже активирует свою чудесную способность. И что же? Ага. Защита, ребята, хил, скорость и крит повысил, а мы его просто вышибаем супер лучом. Да, он сейчас его пронзит насквозь. И, слушай, практически все здоровье у него отнял. Неплохо. Ничего себе, нормально, нормально. Так, и это с повышенной защитой. И критует наверняка. А, нет, промахивается, промахивается мастер Сплинтер сенсей. А мы отправляем ему вот такой вот бейсбольный мячик, начиненный взрывчаткой. И нокаут, ребята. Победа. Мы побеждаем и отправляемся в следующий эпизод. Сенсей уже будет мощнее, то есть уже 60 уровня. Да, так что, ребятушки, приготовьтесь. Давай эксперимент проведем. Ну-ка, ну-ка. Один персонаж против сенсея. Да, вот так вот Майки возьмем. Допустим, он не самый сильный, но, тем не менее, он платиновый и сотого уровня. Да, ребята, сотый уровень против 60-го. Майки против Сплинтера. Давайте посмотрим на эту супербитву. Итак, сенсей запускает свою способность не очень удачно. И давай-ка Майки в ответ. Хорошо, что он повысил защиту всех, кстати. Да, это очень хорошо, ребята. Но я не думаю, что сенсей здесь окажет какое-то максимальное сопротивление. 7000 против Сплинтера. Майки бьет. Атаку понижает Сплинтер. И мощный удар. Оба-на! О, 1000, неплохо. Вот это уже бой почти что равный, ребята. Ну, сотый уровень, конечно, дает о себе знать. Дает. Еще какое преимущество. У него всего лишь 60-й, практически в два раза больше наш уровень. Так, 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 Майки отлично добивает своего учителя. И мы сейчас отправляемся в следующий эпизод. Будет сенсей уже 70 уровня, ребята. И это круто, потому что... Если ты любишь Лего... Подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. В конце будет 90-го, а вот там мы уже поборемся, ребята. Будем играть разнообразными персонажами, различными составами. И давайте кого выберем-то? Давай Донни Волшебника. Думаешь, один Донни Волшебник против него пойдет? Против, конечно, 70-го уровня? Конечно, справится. Я думаю, справится. Вполне, ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, справится ли один персонаж против сенсея 70-го уровня. Да, ребятушки, давайте-ка соберем побольше лайков на этом видосике. Хотелось бы 1000 собрать. Давненько у нас черепашки не собирали 1000 лайков. Да, ребята. Жмите, жмите и подписывайтесь на канал. А также не забывайте про наши другие каналы Detol Lego и Detol Hardplay. Да, ребята, и в группу ВКонтакте заходите, раз уж на то пошло. Пообщаемся там. Так, ну что же, сенсей нам оказывает
противодействие и удар. Смотри, неплохой удар провел. 700, да, и заблокировал способности. Можем только обычной атакой по 2600 наносим ему дамаг. Но, в принципе, неплохо, мне кажется, да? Да вполне неплохо, ребята, вполне неплохо. Но сенсей активирует свою суперспособность, и вот уже 2600 дамажит. А это заявка на сложность. На победу, да. Знаешь, как бы, по минус одному. Три раза подряд, получается, он атаковал, и ничего у нас себе. Атака понижена. Ничего себе, ребята, атака понижена. Сенсей подлечился вообще пару-тройку раз. И, да, и еще дает мощный дамаг. Вот это да, может и не справится Донни у нас. 3000 урона. Слушай, давай поджарим сенсей на всякий случай, чтобы его хвост горел. Так, нам бы еще и подлечиться, между прочим, было бы неплохо. Согласен. Три атаки подряд, это как так-то, а? Это очень много, на самом деле. Практически нереально справиться какому-то слабому персонажу. Конечно, ребят. Тут 2600, отлично. 2600 и 300, да, всего лишь он нас атаковал. И опять способность свою активирует, ребятки. А вот это уже беда, потому что, как вы помните, он атакует 3 хода подряд и за счет этого восстанавливает себе практически все здоровье. А мы не можем ему очень мощно задамажить, потому что у него защита, ребята. И сколько сейчас дамага? 1500, еще и заблокировал способности, и атака понижена. Ой-ой-ой-ой, Донни не сладко приходится. И 3800, ребята, мощная атака, и мне кажется, что... это фиаско. Да, мне кажется, что Донни волшебник не справился с натиском сенсея и проиграет эту битву. Да, ребята, вот так вот. А это сенсей всего лишь 70 уровня. Интересно, очень интересно. И давайте, наверное, кого-то возьмем другого. Я предлагаю взять Лео и Майки. Вот они вдвоем, мне кажется, точно должны одолить. Да, кого ребята. Кого там налить или подлить? Давайте просто залить дамагом нашего суперсенсея, и мешочки, пакетики, кулечки полетели в нашего мастера, и 5400, очень неплохо, он не активирует пока свою способность. Да, а мы бросаем в него щит, и возможно это будет критический какой-то урон. И тем не менее, заблокировали, да? Да, заблокировали способность, но ненадолго. Майки атакует, 2700 хелсов остается очень мало. И ролевичок, наш боевичок, отдает мощный удар. Сила огненного меча. Да, ребята, вот она во всей красе, и мы побеждаем в этой битве. На изи, ребята, на изи. Два персонажа тащат, но мне кажется, что Донни немножко как-то по дамагу, да, и по скорости атаки как-то очень сильно проигрывал, поэтому да, не смог вытащить бой. Просел, конечно, в этом плане. Я предлагаю 3 персонажей против 80 уровня взять, потому что 80-й все-таки 80-й. Да, ребята, надо попробовать. Ну что, сенсей, ты готов встретиться со своими учениками, смельчаками? Ну-ка, давай ему черепушку. Черепушечку Раф запускает, разбивает ее на маленькие части, и одна из них прилетает прямо в него. Так, 3000 слабовато, но 80 уровень, золотой сенсей, ребята. И мощный удар бластера. Нет, мы запускаем нашего огненного дружка, нашу маленькую черепашку, которая поджарила ему хвост, и он теперь будет получать постепенный урон. Это хорошо, ребята, но он понизил нам атаку, а вот Майки пытается нанести. Отлично, 5600, хороший дамаг, молодец, Майки. И очень важно, что он заблокировал его способности, а это значит, что он не сможет нас атаковать. Не сможет какое-то время, но и вообще не сможет, ребята. Мы его добили, и это хорошо. И сейчас выходим, ребята, на платинового мощного сенсея. Надо взять хороший составчик черепашек. Давай, может быть, возьмем классических, а? Как ты думаешь? Классических черепашек? Ну, нет, я имею в виду мультяшных. А, из мультика, самых простых. Да, самых первых. Давай их и возьмем. Мне кажется, это очень хорошая идея. И Лео, да, получается? Идем в бой. Да, ребята, идем в бой. Первая волна, сенсей, мега мощный. 90 уровень, будет сейчас активировать свою способность. Сразу же, вот так вот обороняется наш мастер-крыс. И что он делает? Атакует? Вот очень опасный бой, очень опасная битва. О, промазал, это хорошо. Вот так вот, я думаю, мы начнем, обхитрим его немножко, увеличим наш шанс на выживание. Да, ребята, уклонение как раз, кстати, и мощный, мощнецкий удар от Леонардо. Давай, Лео, слушай, 4500 через блок пробил его, я бы сказал бы. Хорошо, очень хорошо, но у мастера Сплинтера 1000 так за 20 здоровья, мне кажется. 3000 урона еще прилетает, я предлагаю
и атаку поднять нашим союзникам, это тоже придаст мощи нашему составу. Давайте, давайте, ребятки, надо справиться с этим могущественным сенсеем. И неплохо так, кстати говоря, зарядил, половину хелсов снял. Так, ну что же, Майки еще одну атаку проводит, я бы не сказал, что очень успешно, и торнадо от Леонардо. Торнадо от Лео, ребята, мощное, испепеляющее, 5500 и чуть-чуть осталось. Если он не использует свою способность, у нас есть шанс победить. Сирюкены идут в бой, 3500, очень неплохо. И что? Остался удар кулачищем, просто мощнейший удар. Рафи бьет 3700, чуть-чуть мы не добили, я думал, он сейчас свою способность активирует. Но нет, ребята, пока что не активирует, и у нас есть все шансы победить. Нет, не получается, представляешь, все равно не получается. Ха! А вот и все, вот и победа долгожданная, ребяточки. Да, это круто, ребят. На этом у нас сегодня все, с сенсеем поборолись. Поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями обязательно. Да, ребятушки, еще, если вы хотите, чтобы мы сразились против сенсея другими составами, другими черепашками, потому что можно использовать все виды этих черепах против сенсея, мне кажется, это будет очень и очень интересно, пишите об этом в комментарии к видео. И, возможно, если мы еще и 1000 лайков соберем, мы снимем именно такое видео. Да, ребята, отдельная битва с сенсеем будет у нас. Ребят, не забывайте подписываться, ставить лайки, подписываться на нашу группу ВКонтакте, на наши каналы. И, конечно же, увидимся в следующих видео. Всем спасибо, с вами была команда Detol. До новых встреч в новых видео. Скоро увидимся, пока. Пока.